И сейчас к страшной трагедии, которая разыгралась в Японии. Не менее 19 человек были убиты, более 40 получили ранения в результате нападения на интернат для инвалидов в пригороде Токио. Около 20 раненых находятся в тяжелом состоянии. Нападавшим оказался бывший сотрудник учреждения, 26-летний Сатоси Уэмацу. Власти страны сообщают, что с исламистами эта атака не связана. Как нам сообщила полиция, нет никаких доказательств связи нападавшего с исламским государством. Мы проанализируем всю информацию, собранную городскими властями и полицией, чтобы гарантировать то, что ничего подобного больше не произойдет. Подозреваемый проработал в этом учреждении около 3 лет и уволился в начале года. Как сообщается, злоумышленник подъехал к зданию интерната на машине в ночь на 26 июля и проник внутрь, разбив окно. Нанеся удары ножом десяткам людей, мужчина скрылся. Примерно через час после нападения он сам пришел в полицейский участок. Свой поступок мужчина мотивировал желанием избавиться от инвалидов. В интернате проживают люди с самыми разными видами недееспособности, возрастом от 18 до 70 лет. Жители города Сагамихары, где произошел инцидент, шокированы. У нас здесь очень мирная атмосфера. Я даже и предположить не мог, что подобное может произойти здесь. Я просто в шоке. Я просто хочу знать, почему это произошло, причину. Такое может произойти где угодно, и обычно это связано с человеческими взаимоотношениями.